Я пришел сюда как обманутый гражданин избирать. Был нарушен закон. Потому что меня лишили права голоса. Я, в общем, и душой, и сердцем тоже здесь. Это, выражаясь хорошим русским языком, мейнстрим. Таких митингов протеста в Москве не было 20 лет. Протест успешной интеллигенции или, наоборот, бунт сетевых хомячков и офисного планктона. Оценки этого события диаметрально противоположны. В субботу, 10 декабря, на Болотной площади собрались люди, не согласные с итогами выборов. По разным данным, от 20 до 150 тысяч человек. Меня зовут Илона, я пиар-менеджер. Я домохозяйка. Софья Музалевская, художник. Меня зовут Илья, я занимаюсь рекламой. Меня зовут Зоя, я студентка. Я литератор. Я предприниматель, меня зовут Вадим. Эти люди не похожи на обычных завсегдатаев политических акций. На площадь вышли те, кого называют креативным классом. Казалось, их невозможно заставить променять уютную субботу на 5 часов политики на морозе. Почти все они оказались на митинге впервые. Это протест сытых людей. Это не от того, что людям плохо живется, а от того, что им, в принципе, живется хорошо, но они вдруг обнаружили, что они живут не свободно. Это те, кто требует себе не еды, тот, кто требует к себе уважения, тот, кто требует какого-то соблюдения достоинства и честных правил. Они уверены, их обманули. Среди многочисленных требований несогласных есть одно, с которым согласны все. Им нужны честные выборы, без фальсификаций и подтасовок. Да, фальсификации были, они огромные. Против того, чтобы народ обманывали и держали за быдло. Очень, очень обидно, когда тебя принимают за дурачка. Был нарушен закон. Поэтому, как человек законопослушный, я пришел защищать закон от тех, кто его нарушает. Бунт Фейсбука, твиттерная революция, бурление ЖЖ и протест ВКонтакте. В организации этого митинга решающую роль сыграл интернет. За 4 дня в группы, посвященные акции, вступило больше 50 тысяч человек. Мы все сидели в Твиттере и на Фейсбуке. Увидел на Ютубе там 12 тысяч, что ли, роликов с нарушением выборов, но это просто... Фейсбук, Твиттер, Лента.ру, Газета.ру, телеканал Дождь. Но это первые, на самом деле, полноценные выборы, которые, в которых телевидение слабее интернета. В толпе такие необычные, но понятные сетевикам лозунги. Впервые виртуальное недовольство смогло выйти за рамки монитора. Это явно не были выборы их мечты. Люди, которые привыкли сидеть за компом и придумывать себе мощнейшие отмазки, чтобы никуда не ходить и ничего не делать, наконец-то поняли, что так дальше нельзя, и оторвали свои пятые тучки от стульев. Мы пришли повеселиться в субботнее утро. Кого? Да. Да. Мы за Путина. Чуть-чуть. Курки раздают просто. Да. Потому что я голосую за Путина, я за стабильность. Я за стабильность. У меня есть стабильный доход, у меня есть стабильная работа, у меня есть стабильная учеба, у меня все всегда стабильно. Путин вывел страну из 90-х, вывел ее из кризиса. Страна была на коленях, он поднял ее, так сказать, с колен. Он поднимет нашу Россию с колен. Но мы сюда пришли за митинг, поддержать нашего любимого президента, кашку с мяском поесть, тройные пирожочки с кофе. Так у меня фамилия еще... Написала. Ну, наверное, пошел. Ну, сейчас она тебе 1500 рублей даст? Нет, 1500 рублей. Следующий менять. Я пойду. Я все, я всем раздала. Да? Свет, ты все? А что, Саша потеряла? Да. И еще Настя 500 рублей тоже. Да. Что такое? 169. Ой, сейчас по-другому. Я! Yeah.
Сядьте, пойдем. А вы не подскажете, что написано на вашем плакате? Я знаю, что... Ну, просто что-то непонятный шрифт, и не могу прочитать. ГРУ. То есть скажете, у вас... Вы ветеран спецназа? А вы держите плакат, что... Ветеран спецназа, что ли? А почему вы считаете, что ветеран спецназа за Путина? Почему вы считаете, что ветеран спецназа за Путина? Ну, раз мы здесь. Ну, вы же не ветеран. А вы не расскажете, что значит ваш плакат? Что значит? Ну, у вас написано «Убей в себе хомячка». Хомяк, что делать? А это статья. Все в рот набивается. А какое отношение хомяка к этому митингу? Ну, вы же держите этот плакат, вы же что-то выражаете этой фразой. И все. А почему не убей себе кролика? Кролика, что кролик, чем знаменит? Ничем. А хомяк, по-моему, тоже ничем не знаменит. Забивает всегда щеки себе. Объясняется просто, убей себе хомячка. Это надо делать общее дело, а не свою личную нарушку. Общее государственное дело России продвигать. Ну, вы знаете, у меня просто впечатление, что вам этот плакат дали, и вы не знаете, что значит. Нет, он выбрал. Ну, он его выбрал, но не он его сделал, правильно? Ну и что, вы что? Ну, просто зачем вы держите плакат, если вы даже не понимаете, что он значит? Я понимаю. Ну, ладно, хорошо. Ребят, вы не расскажете, что значит ваш плакат? Вам сами, если бы вы сами знали. А где вы взяли этот плакат? Дали нам. Ну кто дал? Ребят, вы не расскажете пару слов, зачем вы пришли на митинг? Кого? Зачем вы пришли на митинг? Как зачем? Голосую за Путина. Голосовать за Путина? Почему? Как почему? Ну пару слов, за что вы поддержите? За справедливость, чтоб, как его, чтоб не было войны, добиваться всего самого. Спасибо большое. Не подскажешь, что обозначает ваш плакат? Наш плакат обозначает «Свобода Россия». А почему пришли на этот митинг? Потому что пришли и проголосовали за «Свободу Россию». Хорошо. Спасибо большое.